Хотели бы вы посетить Украину? Ну, смотря с какой целью. Если бы у меня были какие-то там важные дела, например, то непосредственно я бы туда поехал. А если говорить о том, что как с целью туристической поездки, возможно, если у меня появится желание, то я посещу Украину. Не знаю, мне больше нравится Европа, если выбирать, куда именно посещать. Желание есть, а возможности таких считаю, что нет пока. Пока не будет нормальной обстановки там. Ну, в связи с политической обстановкой нет желания посещать данную страну. Опасно. Желания никакого. Если мы для них враги, зачем нам посещать их? Сделан выбор ими, не нами. Поэтому, конечно, нет. В качестве гостя то можно, конечно. Посмотреть на достопримечательности новой страны, как бы открыть. Для себя что-то новенькое. И интересно было бы, можно было, конечно. Ну, я не хочу, но я не могу объяснить это, поэтому просто не хочу. Да, наверное. Ну, мы там были и неоднократно, поэтому это не нечто такое сверхъестественное, это вполне нормально. Прекрасный край. В свое время был, ну, 5 лет назад я еще там был. Что можно сказать? Ничего, нормально. Учитывая вот этот психоз вокруг, который творится сейчас, СМИ Украины, наши тоже, они хватает там перчика. Поэтому можно все что угодно говорить. Ну, люди-то есть люди. Там ведь с людьми пообщаешься, совершенно другие взаимоотношения. Как были братские, так и остались братские. Был уже там давно, ну как давно, 5 лет назад, наверное, и с удовольствием бы вернулся. Нет, я не знаю, у меня сейчас много других дел, я не интересуюсь. Да, конечно. А это Радио Свобода? Да. Обожаю вас.